В 1824 году Иванов написал свою первую крупную картину масляными красками «Приам и спрашивающую Ахиллеса тело Гектора», за которую получил малую золотую медаль. Сюжет картины взят из 24-й песни «Илиады». Старец, никем не примеченный, ходит в покой к Пелиду. В ноги упав, обнимает колени и руки целует. Иванову, несомненно, была целиком известна вся гомеровская поэма. Так широко использовал он все указания текста, относящиеся не только к изображаемому моменту, но и к облику героев и ко всей обстановке. Уже в этой своей самой ранней вещи Иванов обнаруживает стремление к психологической выразительности и археологической точности. Когда картина появилась на выставке, то критика отметила внимательное отношение Иванова к тексту Гомера и сильную экспрессию действующих лиц картины. В компоновке картины, ставшей первой самостоятельной работой Иванова, молодой художник продемонстрировал усвоенные уроки академической школы. Незаурядное композиционное умение позволило ему соединить классическую ясность замысла с психологической многозначностью иллюстрированного эпизода поэмы. Коленопреклоненный старец Приам в страстном порыве припадает к руке Ахилла, умоляя победителя отдать ему тело своего сына. Ахилл, слегка отстранившись в печальном раздумье, смотрит на Приама. Перед ним урна с прахом его друга Патрокла, убитого Гектором. Столкновение душевных движений героев, вызванных взаимной виной и страданиями, стало внутренней драматической темой картины и нашло выражение в ее пластическом языке. Перекликающиеся ритмы и расположение фигур, сочетание динамики и статики поз и жестов персонажей внятно и убедительно передают характер их взаимоотношений. Для трактовки образа Приама художник копировал голову Лаокоона, служившую обязательным образцом трагического типа экспрессии. В облике Ахилла угадываются черты Аполлона Бельведерского. Живописная трактовка форм отличается скульптурностью лепки и тщательностью отделки, сохраняющей живую подвижную пластику фигуры драпировок. Картина была показана на академической выставке и вызвала благожелательные отклики в печати. Конференц-секретарь Григорович писал об Иванове: «Вижу в нем художника, любящего вникать в предмет свой и обещающего много в будущем». Картина происходит из собрания Солдатенкова, известного московского коллекционера.